сейчас хорошие цены. Посмотрим. Проверим, кто-то случайно сидит или профессионализм. Профессионализма у нас нет. Я вообще один вот делал бы эти самые талоны, там, был бы закрыт где-нибудь в Олимпийской деревне. Я тебя спросил, разбивай. Не, в прошлый раз я разбил, закончилось для меня плачевно. Все нормально, не вижу проблем. Thank you.
ваша теща? Да вы что? Да вы что, ребят? Да, в свободном принципе. Надо все уметь играть. Надо все. Вас никто на поле жалеть не будет. В Московскую. Да, вас никто жалеть не будет. В Московскую приходите с тещей играть. Вот в воскресенье. Да нет, давай. Раньше играли, сейчас решили. Сказал батюшка. Лошадь.
Ну что, Андрей, мы успеем, нет? Успейте, успейте.